«Концертный зал» с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Абсолютно новый клип, друзья, Людмилы Соколовой, только что на ваших экранах, в ваших приемниках на песне «Останься». Спасибо большое. И папе, конечно, твоему сильнейшая память. Ну, в руках Романа появился роскошный букет с шипами. У Людки Соколовой. Как шипы на твоей жилетке, потрясающе. Да, это тоже, спасибо. Чтобы Людочка, не приближались на нужную информацию. Я чувствую себя как на концерте. Концертный зал, Люд. Ром, ну теперь надо, чтобы не мешали люди, положим пока сюда. Да, давай. А может, не жалко. Стороночку уберем. Спасибо тебе большое за этот потрясающий вечер, который ты нам подарила, за эти чудесные песни, за то, что ты делаешь, за твое отношение, за душу твою и сердце. Все видно и все слышно всем. А вам спасибо людям, за то, что вы с такой любовью ко мне относитесь, как к артистке, потому что это вообще редкость. Мы тебе желаем, наше время. Спасибо. Мы тебе желаем успехов и деткам твоим, и супругу большущий привет. И обещаем нашим зрителям и слушателям, что с Людой у нас еще сюрпризов будет очень много для вас. 10 сентября, не забудьте, Цветной бульвар, Трубная площадь. Собираемся в 15:30. Концерт «День рождения Москвы», «День рождения телерадиоканала «Страна-ФМ». И Людмила Соколова выступает на этом концерте. Людочка, спасибо. Мы тебя очень любим. И, спасибо. Конечно, не отпустим тебя без мартини. Мы ждем. Наша песня. Да. Бросила я каблуки где-то на дороге. Фары мне прямо в глаза, и поедем тихо, 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 тихо. Я так любила любить, но любила немногие. Знаешь, что ты опоздал, все, что было, затихло. Еще один мартини, забыть его, кретина. С того момента самого, как встретила, когда-то я так встретила тебя. Еще один мартини, шофера отпустили. Все начинаю заново, я снова девочка маленькая. И снова я люблю тебя. Бросила я каблуки, только жаль не попала. Буду теперь танцевать босиком и смеяться. Я так любила любить, только этого мало, 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 мало. Я научусь забывать, просто времени мало. Еще один мартини, забыть его, кретина. С того момента самого, как встретила, когда-то я так встретила тебя. Еще один мартини, шофера отпустили. Все начинаю заново, я снова девочка маленькая. И снова я люблю тебя. Еще один мартини, еще один мартини, еще, еще мартини. А, мартини. Все, я устал, я больше не могу, я устал. Я устала. Вот.
Мы без устали ей восхищаемся. Как не просто вот так вот на студии вот здесь, нет, представляете? Ты смогла. Ты просто невероятная, фантастическая. Людмила Соколова, программа «Концертный зал», телерадиоканал «Страна FM». Спасибо тебе еще. Спасибо.